Я сижу, короче, пью кофе, покормила этого карапуза. Сидит тут уже довольный, сытый. Да, кисуля? Сейчас 8 часов, и у меня через 20 минут автобус. У меня к 9 часам одна квартира, а потом домой. Спал со мной, да? Он вечно со мной спит и не уходит от меня даже. Денису прям повезло, у него 2 выходных, дрыхнет там, блин. Вообще ненавижу на работу ходить тогда, когда он дома, либо он тем более еще и спит. Вчера проснулся в 3, нет, 2:30, по-моему. Вообще офигеть, мне бы такое счастье. Я сегодня сказала, говорю, ковер надо выбить, я посмотрю, как он выбьет. Надо выбить ковер, пока погода нормальная, сегодня так более-менее тепло. Поэтому можно, в принципе, заняться уборкой. Хочу пол протереть. Вот. И, скорее всего, сегодня, блин, собаку подстригу. Ой. Хотя... Не, ну хотя как бы все возможно. Я просто, наверное, Денису скажу, чтобы завел ее на кружок и привел обратно. И вот, в этот промежуток я, наверное, подстригла бы собаку. Потому что я не знаю, в другой день как вообще разорваться на это все. Вроде ничего такого не делаю, а, блин, все расписано до минуты. А завтра на работу... И завтра квартиры, еще и на девятовке. Вообще трындец. Сейчас приедет мой автобус, поеду квартиру готовить, потому что у хозяйки с 12 до часа только обед, и она вообще как бы не работает, ну, не готовит квартиры. А когда заселение, допустим, такое раннее, то уже я езжу. Короче, я ее помогатор, ключи выношу и всякую фигню. Пришла уже домой. Вот вчера, кстати, прикол произошел, короче, на постельном. Вот сейчас оно чистое. А вот не помню, в каком месте, короче, решетка отпечаталась от парилки. Это был капец, вообще шок. Думаю, блин, думаю, попало бы на деньги. Постельная как бы не старая. И думаю, бляха, рублей так 40 отвалить тоже не хочется. И была вымазана, получается... Вот это вот пододеяльник висит, и еще в ванной висит простынь. Короче, в итоге и одна, и вторая часть были просто, ну, решеткой вот так вот, типа, отпечаток такой был. Решеткой вымазано. Думаю, все, мне хана. Не, в итоге отстиралась. Это просто, наверное, когда снимала, просто вот получилось так, что вымазалась. Блин, жесть. То пока стиралась, у меня чуть инфаркт не случился. Короче, купила Полине панакоту вот такую вот. Она, кстати, ту не ела. Я надеюсь, хоть это будет с каким-то тут вкусом. Себе 2 штуки. Очень понравились. Очень вкусные. Печенье бисер. Четыре пакета карамельного кофе, 3 в 1, сырок Полине, взяла зубную пасту Полине, потому что та из Фикс Прайс, прям настолько мятная, что во рту невозможно держать. И Денису вот такой вот йогурт питьевой. Все, вот такие покупки. Размораживать оставила, значит, здесь мясо и фарш. Вчера мы доедали картошку тушеную, которая у нас была, а сегодня сделаю котлеты с макаронами. Блин, пипец, оно между собой слиплось. Офигеть, как такое возможно? Или дом покрылось? Охренеть, сейчас воду поменяю, наверное, тепленькой налью. Иди помогай выбивать. Давай, мой, блядь. Давай, иди выбивай. Мой. Сейчас помою пол, наведу тут порядок. А то этот все засирает только. А ты что? Ты что? Ты что? Ты что? А, семечку уже нашел. Сейчас буду тут порядочки наводить. Без ковра так прикольно. Все, выбил, значит, он ковер. Постелили. Еще пока постельная лежит. Денис пошел за Полиной. А я пойду сейчас возьму собаку и буду, короче, стричь его в душе.
И сегодня, надеюсь, я уже доглажу вот это вот все. Вот, еще потом стул уберу. Вот, и он ее поведет на кружок. Короче, пока я буду стричь. Ну что, рыжая собака, пошли стричься. О, иди сюда, на, чипка, чипка. Пипец, расстегнулся ошейник. Охренеть, он думал, что навязан. Иди сюда, на, чипик. Это что за такое? Блин, я его выловила. Прикиньте, он думал, что он навязан, а он, оказывается, нифига не навязан. Охренеть, еще и сняла тот момент. Капец, понятно все это. Вот, вертлюк отдельно, короче, от него. Сейчас будет Денис тебе чинить. Ах ты ж собака. Боже, какой ты тяжелый. Встань здесь. Короче, сжал он, значит, эту фигню. Короче, вертлюк надо ему подбивать вот этот. Вот, значит, что у тебя, да? Чипи, я, блин, опять за тобой. Бегать должна, да? Короче, он весь вот такой у нас кудлатый, блин. Сейчас пойду все это обстригать, потому что очень кошмарно все это выглядит. Потому что этой цепью, у нас предыдущая цепь была вообще хреновая. И она ему, короче, вот этого всего наделала. Поэтому сейчас будем за тобой ухаживать, да? Красивый? Красивый сейчас будешь. Ой, сейчас Денису позвоню, скажу, что тут пипец какой произошел. Чипка, ты помытый? Совсем дорогая собачка, да? Совсем дорогая собачка. Посмотри сюда. Еще сохнет пока. Иди, смотри. На ушах, когда, если так коротко сделать, оно так выглядит, как щенок. Все, уже кота мучаешь, да? Типик! Типик! Чипа! Смотри сюда! Чипка, смотри! Ого, пить захотел. Смотри сюда! Смотри. Блин, пойду Денису говорить, чтобы, наверное, дырку сделал еще одну, потому что капец. О, хавать приспичило. Висит ошейник, надо дырку пробивать еще одну. Блин, а то сбежит опять. Ой, Валя. А Полина пришла и легла спать. Прикиньте. Короче, сейчас он ее поведет, а я буду жарить котлеты и варить макароны. Чипа, чипа, чипа. Смотри сюда. Вычесываю в раковине кота. Дёнь, иди посмотри. Я вычесать решила кота в раковине. А, ты уже пришел, а он развалился тут, короче. Короче, я его тоже помыла. Ну так, чисто водой. И от шерсти. Вычесала. Да? Красавчик. Страшно. Сейчас полностью заправлю фарш и буду жарить котлеты. Вот, перебрала те цветочки, самые такие хорошенькие оставила. Котлеты жарятся. Закинула макарошки. Вот, поэтому через полчасика примерно уже будем кушать. И где-то через час уже за Полины. Денис пошел в магазин еще за семечками. Я уже приготовила, значит. Вот Денису наложила макарошки, 3 котлетки. Себе 2 котлетки и макарошки. И вот такая вот красота у нас здесь прям. Все, всем приятного аппетита. Сейчас еще немножко майонеза себе добавлю. Вот, и будем кушать. Здравствуйте. Ты, наверное, уже спать не хочешь? Математику хочешь порешать, да? Нет. Короче, доделали математику, а белорусский вчера сделали. И сегодня сказала, что понравилось очень на кружке. И мы укладываться спать собираемся. Так что все. Всем пока-пока.